Твери площадь Михаила Тверского перекроют почти на сутки. Временно ограничат движение транспорта на двух участках улиц. Связано это с торжественным мероприятием по вручению школьных автобусов муниципальным образованием области. Движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, запретят с 23 часов 26 декабря до 16 27 декабря. Речь идет об участках. Площадь Михаила Тверского по обе стороны улицы Советской, по улице Андрея Дементьева на участке от улицы Крылова до улицы Рыбацкая.